a season of restoration. Первое послание Тимофею, 6 глава, 12 стих. «Веди достойную битву веры, овладей вечной жизнью, которой ты был призван. Ведь ты достойно исповедал свою веру перед многочисленными свидетелями». В другом переводе сказано: «Так что сражайся верой за приз победителя». Кто из вас считает, что Бог призывает вас отвоевать те вещи, которые вы еще не получили? У Бога все еще есть для вас дела. Неважно, что происходит в мире, нам нужно проснуться. Не время быть пассивными в вере, нейтральными или напуганными. В Евангелии от Матфея, 11 главе, 12 стихе сказано: «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Когда-то у меня был друг по имени Бута, такое вот у него имя. Может, он смотрит нас сейчас. Бута был бойцом, он любил драться. Он был готов драться, даже если это закончится его поражением. Помню, как однажды другой мой друг бил его, и со временем его голова стала похожа на тыкву. После драки я спросил Буту, как дела, а он ответил, что это была классная драка. Мне так не показалось. Если вы проигрываете в схватке, то ее нельзя назвать классной. Бог запланировал, чтобы вы побеждали. Мы рождены для победы. Вы рождены, чтобы быть больше, чем победителями. Вы были рождены, чтобы быть головой, а не хвостом. Наверху, а не внизу. Дети, вы от Бога. Вы родились от Бога. Да, там так и сказано. Вы родились от Бога. Иногда играешь с людьми во что-то, к примеру, в шахматы. Они говорят: «Ну, для меня победа не главная». Но если вы у них выиграете, то они могут бросить вас шахматной доской. Для нас неестественно проигрывать. Покажите мне того, кто не против проигрывать, и я покажу вам настоящего неудачника. Аминь. Я хочу сегодня поговорить о победе, и моя сегодняшняя проповедь может зацепить вас, если у вас неправильные доктрины, или вы стали циником. Но я предлагаю вам послушать сейчас Слово Божие, а не свой жизненный опыт. Самое печальное, что произошло за время этой пандемии, люди утратили свое видение. Видение — это Божья картина вашего будущего. Надежда — это положительное ожидание от вашего будущего. В притчах 29 главе 18 стихе сказано, что без видения народ гибнет. Люди буквально сошли с ума. Они не говорят ни о чем, кроме ковида. Я сказал одному доктору из нашей церкви, он часто помогает нашей семье, мы не против докторов, в нашей церкви их сотни, мы не против науки. Скажу это еще раз. Мы сражаемся с ковидом с помощью науки и веры. Аминь. Мы не ведем себя немудро. Мы не обнимаемся и не целуемся со всеми подряд. Мы же не глупые. Но мы также не собираемся отказываться от поклонения Богу. В наших церквях безопасно. Аминь. Итак, Бог хочет, чтобы вы жили в победе в любых жизненных обстоятельствах. Скажу это еще раз. Возможно, мы продолжим эту тему на следующей неделе. Библия говорит, что без видения народ гибнет или народ не обуздан. Люди живут в режиме выживания. И обычно такие люди очень циничны. Если вы говорите с ними о будущем, они рассказывают то, что говорят в новостях, или же рассказывают о своем плохом опыте. Но если Бог собирается переместить вас, то Он даст вам новое видение. Видение — это Божья картина вашего будущего. Иеремия 29:11. «Ибо только я знаю намерения,
какие имею о вас, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иоанна 10:10. Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Так говорит Иисус, а не ваша церковь или ваше учение. Сам Господь Иисус говорит: «Я пришел для того, чтобы вы, сэр, имели жизнь и имели с избытком». А в первом послании к Коринфянам сказано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим». Лука, 11 глава. «Если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный». Иакова, 1 глава. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Когда в вашу жизнь входит Иисус, в нее входят перемены, надежда и лучшее будущее. Но не только когда-то на небе, а даже здесь, на земле. «Да придет Царство Твое, и да будет воля Твоя на земле, как и на небе». На небе нет бедности, нехватки, болезни и немощи. Перед самым возвращением Иисуса мы увидим на земле небесный климат. Если вы верите в это, то прославьте Бога. Я понимаю, что вам холодно, но это хороший повод, чтобы прославить Господа. Итак, я отказываюсь вступать в клуб слабаков и тех, кто пасует перед трудностями. Я отказываюсь быть в клубе скептиков. Я служу уже 34 года. И видел много пасторов с неправильными доктринами. Они никому не помогли. Но Божье Слово остается Божьим Словом, и Бог все еще следит за тем, чтобы оно исполнилось в вашей жизни. Итак, хорошее сражение — это сражение, закончившееся победой. Вы же не поступаете в университет, чтобы потом быть неудачником, не так ли? Вы не начинаете тренироваться, ожидая провала. Вы не женитесь с мыслями о разводе, верно? Так почему же люди решили, что Бог желает нам провала? Проповедник говорит: «Бог хочет, чтобы вы преуспевали». А люди отвечают: «Я в это не верю». Но при этом они всеми силами стараются преуспевать. Хорошее сражение — это то, которое вы ведете, пока не одержите победу. Когда-то мы каждую пятницу играли в теннис с нашими пасторами. Если вы из Блумфонтейна, то помните те времена. Мы играли до 5 побед, но если я проигрывал 2 или 3 очка, то говорил, что мы играем до 7 побед. Я мог себе это позволить, потому что я их пастор. Иногда мы играли до 9-11 побед. Я играл до тех пор, пока они сами не сдавались, или пока за ними не приходили жены. Я понимаю, что я вел себя не очень благоразумно, но я отказывался проигрывать. А они могли сдаться, или же они уходили, потому что за ними приходили жены. Я играл, чтобы выиграть. Я живу, чтобы... Мы не говорим, ладно. Будет, что будет. Поживем, увидим. Вырос уровень безработницы, и это так грустно, и все в ярости. Но я не вижу себя частью всего этого. Я вижу себя в Слове Божьем. Я вижу себя избранным, помазанным и предопределенным для того, чтобы быть наверху, а не на дне. Потому что так сказано во Второзаконии. Итак, если вы хотите побеждать в жизни, то вы должны забыть, что такое сдаваться. Вы должны избавиться от этой привычки. Вы должны избавиться от сомнений. Они нейтрализуют вашу веру. Вам нужно избавиться от негатива и пассивности, потому что вера не может быть пассивной. Вы не будете выглядеть так, как я, если будете ходить в спортзал раз в месяц. Не смейтесь. Вы думали, одного раза в год хватит, да? Вам нужно продолжать двигаться дальше. Помните Давида в Циклаге? Когда он вернулся домой, выяснилось, что он лишился всего. Это слово Бог дал нам в прошлом году. Что сделал Давид, когда все обернулось против него? Первое, что он сделал, укрепился в Господе. Вы не сможете сражаться только с умственным настроем. Вам нужно быть сильными в Господе, в Его благодати и в силе Его могущества. Вам нужно собраться. Второе, что сделал Давид, узнал мысли Бога. Он спросил Бога:
Недавно я общался с одним из наших топовых бизнесменов, который заведует нашим бизнес-служением. Он сказал: «Пастор, нам нужно продолжать наши собрания в Zoom. Что вы скажете?» Я скажу то, что говорил еще в начале этой пандемии. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Вам нужно знать мысли Бога о вашей ситуации. Вам нужно иметь отношения с Иисусом, потому что Бог знает, как вывести вас из долины и как поддержать вас. Вам не нужны шаги. 1, 2, 3. На самом деле вам нужны живые отношения с Иисусом. Вам нужно знать голос вашего пастыря и следовать за ним к месту восстановления. Бог может поддержать вас и в долине, и посреди огня». Итак, Давид спросил Бога, узнал его мысли, но это еще не все. Многие люди останавливаются на этом, но Давид, несмотря на свою усталость, устремился вперед. Я понимаю, что многие из вас устали. Из-за этого люди делают безумные вещи. Я слышал много странных историй по этому поводу. Я понимаю, что это непростое время и необычное, поэтому вы не сможете справиться без Иисуса Христа. Вы не сможете справиться без близких отношений с Иисусом. Поэтому я борюсь за то, чтобы люди вернулись в церковь. Нельзя достать уголек из огня и думать, что с ним будет все в порядке. Уголек нужно вернуть в огонь, а людей нужно вернуть в Дом Божий. Итак, несмотря на свою усталость, он двинулся вперед. Иногда вам нужно сражаться, но этого вам хочется меньше всего. Вам хочется уехать на далекий остров с бутылочкой вина, и вы думаете, что так вам станет лучшим. Нет, не станет. Вам нужно сражаться за свое. Вам придется перейти реку Иордан под руководством Господа. Вам придется отрастить хребет и сражаться. Вам придется бороться. Так говорит Библия. Библия говорит, что вы должны вести битву веры. И это не предложение, а приказ. Там сказано: «Веди достойную битву веры, борись, не игнорируйте сражения, а сражайтесь». Давид укрепился в Господе. Он настоящий харизмат. Он упал, покачался по земле, помолился на языках, а затем Бог дал ему стратегию. Вы не сможете ничего вернуть без стратегии. Любое дело созидается на мудром планировании и мудрых советах. Поэтому вам нужно узнать мысли Бога для вашего брака и вашего бизнеса. Бог — величайший архитектор. В том, что делает Бог, нет беспорядка. И все, что Он делает, имеет смысл. Посмотрите на анатомию человека. Все системы в теле придуманы и созданы самим Богом. Знаете, что у Бога также есть план и для вас. У Бога есть для вас путь и стратегия. И когда Бог даст вам свою стратегию, вам лучше отложить в сторону все чувства, усталость, негатив, лень и ваше мнение. Просто сделайте это. Когда все вокруг сдаются, не сдавайтесь. Когда вас сбивают с ног, поднимайтесь на ноги, будьте более стойкими, упорными, решительными, продолжайте свой забег, не сходите с дистанции, бегите и смотрите на Иисуса. Давид начал свой поход 600 человек, а потом 200 человек оставили его, но его это не остановило. Он был полон решимости. Решительность — это огромная сила, как позитивная, так и негативная. Некоторые люди никуда не продвигаются в жизни, потому что они решили быть циничными, негативными и критичными. Решительность поможет вам двигаться в правильном направлении. «Жизнь и смерть предложил я тебе. Выбери жизнь». Иногда самые серьезные перемены, которые вам нужны, это перемены внутри вас. Вам нужно изменить свое отношение, потому что оно не дает вам прийти туда, где вы должны быть. Вы смотрите на мир и думаете, что проблема в этом мире. Но отношение играет огромную роль. Давид принял решение, двинулся вперед, а когда он догнал врага, то сражался от рассвета до заката. Он сражался, он устал, он вообще ничего не ел. У него не было времени, чтобы сходить на собрание пробуждения. Но он сражался. Именно поэтому некоторые из вас все еще в бизнесе. Вы сражаетесь. Если вы сражаетесь, то знайте, что Бог Духом Своим обновит ваши силы, восстановит вас.
и наполнит ваши паруса свежим ветром. Бог наполнит вас силой и энергией для следующих шагов. Вы будете бежать сильнее. Вы одержите победу. И вы вернете все. Если вы верите в это, тогда воздайте Богу хвалу. Все обещания Божьи — да и аминь. Бог не передумал только потому, что сейчас в мире локдаун. Люди могут передумать, а вот Бог — нет. Слово Божие стоит незыблемо. Оно не меняется из-за политики, начальников и властей. Они могут задержать приход каких-то вещей, но не могут помешать ему. Тот, кто вас больше того, кто в этом мире. Если вы получите откровение об этом, то не сможете ничего бояться. Единственный, кто может остановить то, что Бог имеет для вас, это вы. Я не говорю, что вы можете диктовать время. Я говорю, если Бог что-то пообещал, и вы остаетесь верными Богу и этому обещанию, то Бог исполнит это обещание в свое время. Даже если вначале вам придется оказаться в яме, потом в доме Потифара, затем в тюрьме. Если Богу нужно, чтобы вы попали во дворец, вы туда попадете. И никакой дьявол, никакие проклятия не смогут остановить то, что запланировал Бог во имя Иисуса. Но вам нужно быть целеустремленным. В послании Иакова сказано: «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Есть такие люди, которые сегодня верят в одно, а завтра в другое. Сегодня они говорят: «Бог дал мне не духа страха», а завтра они перепуганы. У них двоящиеся мысли. Сегодня они хотят заниматься бизнесом, а завтра хотят все бросить. Двоящиеся мысли. Вы не можете позволить себе двоящиеся мысли, потому что, согласно Библии, тогда вы будете нестабильны. Сейчас много нестабильных людей, потому что они не сфокусированы на видении. А если вы теряете фокус, то вы теряете надежду. Что такое надежда? Надежда — это якорь вашей души посреди шторма. Если вы теряете надежду, то вас начинает нести по течению. Вас может унести в сторону любое течение, любой шторм, любая ситуация. На этой неделе многие люди посмотрели новости, и теперь они снова боятся ходить в церковь. А что изменилось? Только то, что говорят по телевизору. Вначале вирус пришел из Китая, потом нет, потом снова да. Затем говорили, что этот вирус из лаборатории, потом нет, потом снова да. Не нужно ничего говорить о вирусе. Лучше сядьте и помолчите. А вот и нет, у меня есть мозг. Ну что же, в Евангелии от Иоанна Иисус сказал: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. Скажите в Иисусе: я имею мир. В Иисусе мы имеем мир. В мире будете иметь скорбь, проблемы, трудности, испытания. Но мужайтесь». Он не говорит «бойтесь». Он говорит «мужайтесь». «Выше нос, друзья! Я победил мир! Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает этот мир», как сказано в первом послании Иоанна. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир», так сказано в 5 главе 4 стихе. «Всякий, кто родился от Бога, побеждает этот мир». Все, что родилось от Бога, побеждает мир. Рожденный от Бога не по желанию человека, а по воле Божьей, рожденный от семени Божьего, больше тот, кто во мне, чем тот, кто в этом мире. Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Внутри меня живет Бог, внутри меня живет Творец неба и земли. Все, что рождено от Бога, побеждает мир. Аллилуйя!
Я появился не от какой-то обезьяны в результате эволюции. Я появился от Творца неба и земли. Я появился от Бога, и во мне тот же Дух, что воскресил Иисуса из мертвых. Как я могу жить в поражении, если я рожден свыше? А далее сказано: «И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Победа, победившая этот мир, это наша вера. Послушайте, вера не может быть пассивной, вера не может быть нейтральной. Аллилуйя! Машину можно вести на нейтральной передаче, а вера нейтральной быть не может. Сядьте в машину, не заводите ее, и посмотрим, куда вы приедете. Когда жена придет домой с работы, вы все еще будете на месте, хотя у машины огромный потенциал. Огромный! Итак, первое послание Иоанна, 4 глава, 4 стих. «Дети вы от Бога, где были вы 34 года назад, когда я ответил на Божий призыв? Мне не хочется пророчествовать, но я это делаю. Сражайтесь с верой. Мы уже в бою, и мы должны победить. Несмотря на сопротивление, на другие обстоятельства, Бог с нами. Бог за нас. И когда мы смиряемся под его крепкую руку. Но я так и не дошел до этого местописания. Это первое послание Петра, 5 глава. Оно все соединяет воедино. Бог возвысит вас в свое время. Будьте терпеливы, ободритесь. Бог вас не забыл. Он вас не бросил, Он не против вас. Возможно, вы в плохой ситуации, но Бог не дремлет. Возможно, вам кажется, что Бог оставил вас, или же вы утратили надежду. Возможно, вы не знаете, где вы проведете вечность после своей смерти. Но я хочу сказать вам, что Иисус любит вас, и никакие ваши действия не заставят Бога разлюбить вас. Возможно, вы хотите вернуться к Иисусу, тогда прямо сейчас положите свою руку на сердце и повторяйте за мною. Скажите так: «Господь Иисус, сегодня я отдаю себя Тебе. Я принимаю Тебя моим Господом и Спасителем. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Спасибо за Твое прощение и новое начало во имя Иисуса. Аминь». Бог любит вас. Обязательно сходите в церковь. А теперь давайте прославим Бога за каждого спасенного человека. Аллилуйя.